художник Александр Алёнин. Последний раз делаю обращение. Последний раз делаю обращение. Россиянки, россияне. Я умею говорить только на русском языке. Русские люди, россияне, россиянки. И если у вас растет ребенок отморозка, он может, и вы боитесь, что он попадет в тюрьму в будущем, или убьет кого-нибудь, или украдет, или станет у вас воровать, или избивать, или еще что-то. Ну, асоциальное такое жесткое поведение, криминальное. Я могу помочь вам. Теперь послушайте, просто послушайте меня. Уделите время. Если вы действительно... Не водите к психологам, они не помогут. Лучше водите к психиатрам, но они тоже могут помочь. Слишком шумно. Кстати, шум, он тоже влияет на уровень стресса. Послушайте внимательно. Россияне, русские, россияне, россиянки, русские люди. Короче, к русским людям обращаюсь. К россиянкам, к русским людям и к россиянкам. К СНГ людям обращаюсь, и вообще ко всему миру. Если кто-то переведет на английский, тебе респект. Я тебе могу, даже не знаю, спасибо тебе будет огромное. Или на японский, может, там подхватит это. Слушайте, методика. Проверенная практика. Я ходил с 17 лет, рисовал мелками на тротуарах, на плитках. Бетонных, на серых. Вы дослушайте, пожалуйста. Понятно, что я сейчас говорю для вас бред. Какие плитки? Что ты несешь? Послушайте до конца. Я приходил на край города, где находится музей. Музей мне ни разу не будем об этом. Не помог. Не будем об этом. Только наоборот. Мешал. Ну, короче, слушайте. Там плитки. Там край города. Там живут из не очень благополучных семей. Неплохие люди, но просто не богатые, ну, далеко не средний класс, мягко говоря. И там существуют отморозки, потому что в такой среде, как говорил Жак Веско, не может не быть, всегда влияет. Слушать дальше. Ко мне подходили отморозки, которые привыкли отнимать, ножичком кого-нибудь повернуть, или которые привыкли обозвать по минимуму, или унизить, как-то прозвище дать унизительное тому, кто слабее. Они вдвоем, они были младше меня, но они могли бы вдвоем меня легко ушатать, запинать там, или ножиком ткнуть, или просто обзывать и забрать у меня фотоаппарат, потому что я на фотоаппарат на свои деньги куплю. Снимал получившийся рисунок, пейзаж рисовал. Вы можете посмотреть по ссылке мои пейзажи, нарисованные в городе на серых плитках. Далее. Вы еще слушаете. Один из них плюнул в мой пейзаж семечко. Другой, но если бы у него не было семечек, плюнул бы слюной или меня. Другой, знаешь, что сказал? Отморозок, который ничего в жизни не видел, кроме бумера, фильмов про бандитов. Он знаешь, что сказал, увидев пейзаж? И он увидел не пейзаж, он увидел человека, меня. Я не буду говорить о всех в третьем лице, извини за эгоцентричность. Просто я молча рисовал, и вот это с мощной энергией. Фанатично рисовал пейзаж, который там никогда не было. Никто это не делал еще. И нога просто сейчас у меня проламывает стену, потому что у меня длинные ноги. Короче, и он сказал ему, подбери, видишь, человек рисует, или что-то вроде этого. То есть он впервые увидел в
в другом человеке человека, понимаешь? Это на практике проверено неоднократно. Неоднократно. Если твой ребенок тоже, если бы он оказался там, он... И мне говорили, что их родители заставляли с-под палки в художку ходить. Но посмотрев на меня, как я молча рисую, они решили сами стать художниками, художницами. Другой, там разные люди были, они, кто-то был в депрессии, шахтер шел в ужасной депрессии, может, он собирался напиться и совершить преступление, но увидев мои рисунки, пару рисунков, которые не были, которые были даже за клумбами спрятаны, там, вокруг клумб трех, их фиг заметишь даже обычным взглядом. То есть они были внутри трех клумб нарисованы. Ну, то есть клумба, 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 и там две плитки, и на них нарисованы пейзаж. Он увидел случайно, просто как раз. И, короче, он стал прыгать от счастья, он испытал такую радость, которую не испытывал с детства. Это реально. Жаль, я не заснял это, никто не заснял это на видео. Это практика. Сколько лет я рисую, это практика. На стенах тоже, когда я рисовал, единственная мразь, ой, единственная, это, извини, пожалуйста, за слово, единственная там подошла, посмотри видео моих, увидишь, уничтожила, заставила уничтожить моих детей, моих пейзажи, ну, я считаю свои пейзажи моими детьми, которые на стенах рисовал. Ну, в общем, не важно. Короче, я могу твоего ребенка сделать добрым человеком, творческим человеком, бесплатно, все, что тебе нужно, это просто оплатить мне за детские мелки. Они, знаешь, какие дешевые. И чтобы была погода более-менее, я рисовал на плитках. И просто подвести его, сказать, смотри, видишь, дядя рисует, или как ты назовешь, художник рисует, или просто, ну, как хочешь, назови, сморчок рисует, там, вот, смотри, пни его. Тот подойдет, пнет меня, и скажи, плюнь в этот пейзаж, он плюнет. А потом он сам придет, а потом он придешь в следующий раз, он уже не будет это делать, он возьмет мелки у меня, вырвет, скажет, это мои мелки. Меня мама так научила, меня отец так научил, нужно отбирать все. Ну, скажет ребенок, вот твой, может быть, если это очень отморозок. И будет рисовать. И даже он станет творческим человеком, добрым человеком. Он за несколько рисований он изменится, его характер. Он не вырастет убийца, он не будет. Ты представляешь, как это ужасно, когда у тебя растет отморозок, он будет тебя наркоман, какой-нибудь отморозок, алкоголик, он будет от тебя отбирать деньги, все сожжет квартиру, все обберет, сядет в тюрьму, блин. Твоя жизнь будет несчастна, кого-нибудь убьет. Какое в этом счастье? И вот я предлагаю реально работающую методику, проверенную моей жизнью, проверенной практикой, на краю города, провинциального города, жесткого города, где жесть творится, где я на краю рисовал, и это действует облагораживающе на людей, они словно видят Иисуса. Они словно видят Иисуса, спустившегося. Ну, сейчас я говорю чушь, конечно, простите, пожалуйста. Ну, то есть, говорю какие-то фантастические вещи. Но и они меняются, блин, люди меняются в лучшую сторону. Твой ребенок изменится за 3-4 рисования. Он сам возьмет по своей инициативе, будет рядом рисовать, соревноваться будет со мной. Потом он уже просто будет рисовать. И он станет добрым человеком, он не вырастет морозко. Понимаешь? Как же тебе донести это? Скажи, пожалуйста. Как тебе это донести? Это последнее обращение. Ярик, художник Александр Аленин. Вконтакте Тихон Мышкин. Паблик vk.com/outsiderart. vk.com/o у и как и русского. Т. С как доллар. Ай это как палочка с точкой. Д. Е. Р. А. Р. Т. Если ты хочешь, если ты не мог, если ты вот, если ты хочешь, чтобы у тебя отморозка вырос, пожалуйста, если ты хочешь что-то исправить, но не можешь, думаешь, что я это фигня, да, ну, пожалуйста.
Вместо этого знаешь, что делаю? Меня не буду жаловаться на жизнь. Просто последнее обращение к россиянам, к россиянкам, к русским, к русским людям. Я ни копейки с вас денег, только мне оплатите просто мелкие эти детские, которыми я рисую. Посмотрите по ссылке мои пейзажи, которые я рисую. Есть видео, где ребятишки вокруг меня разбирают мелки и рисуют и бесплатно, и просто уходят потом, вдохновившись. Жаль, нет видео, где говорят, прям на видео говорят. Там было видео, но она его удалила, там она. Где говорит, что она сказала, там не одна даже, а сказала, что станет художником. Вопреки родители заставляли художку ходить. А посмотрев на меня, она решила стать художницей. Потому что родители из-под палки ее заставляли, а посмотрев на меня, как я молча рисую, она решила стать художницей. И порисовав тоже рядом. И это правда. Я клянусь тебе, клянусь Богом. Это правда. Я рисую с 17 лет. Ни копейки за это не получил, за свои рисования. Их смывало дождем. И так далее. Все.